Актуальные вопросы охраны труда, экологии, а также диагностика и лечение профзаболеваний стали главной темой Всероссийской конференции, которая прошла в Екатеринбурге. Участие в ней приняли и специалисты Волгоградского филиала медицинского центра «Русал». Именно они в нашем регионе занимаются вопросами сохранения здоровья работников, занятых в производстве алюминия. Подробности у Натальи Стеганцевой. В нашей стране с развитой промышленностью, металлургической в том числе, существуют и успешно действуют центры профпатологии, НИИ медицины труда, есть специальные врачи, но в то же время отсутствуют единые подходы и стандарты по диагностике и лечению заболеваний, связанных с работой на производстве. По инициативе «Русала» крупнейшей металлургической компании страны прошла научно-практическая конференция, результатом которой стали соответствующие предложения Министерству здравоохранения и органам надзора, призванные заметно изменить ситуацию. Оказалось, что основные профессиональные заболевания, такие как флюороз, допустим, тугоухость, на разных промплощадках, в разных медсанчастях, поликлиниках «Русала», да, и других, значит, медицинских организаций, трактуются по-своему. В разных регионах трактуются по-своему. Нет комплексного стандартного подхода к диагностике, к лечению этих заболеваний. А это очень важно. Многие идеи и предложения по профилактике профзаболеваний, озвученные в ходе конференции, в скором времени будут применены на практике. Но уже сейчас «Русалом» на своих предприятиях, в том числе и волгоградском алюминиевом, введена регламентация труда, а именно действует пошаговая инструкция выполнения работ, сотрудники обеспечены средствами индивидуальной защиты, дополнительным питанием. А главное, на предприятии активно идет модернизация производства, что также положительно сказывается на профилактике профзаболеваний. Сейчас идет строительство сухой газоочистки на первой серии корпусов. Буквально 4 года назад мы запустили систему газоочистки на серии, третьей серии корпусов. В результате мы улучшили ситуацию не только на рабочих местах, да, но и ситуацию окружающей среды на прилегающей к заводам территории. Особое место в социальной политике «Русала» занимает медицинское обслуживание. В компании разработан и внедрен целый комплекс программ. От здорового сердца, профилактики профзаболеваний до массовой вакцинации против гриппа. Так, в медико-санитарной части Волгоградского алюминиевого завода принимают 12 разных узких специалистов. Есть собственная лаборатория, современный рентген-аппарат, ЭКГ и УЗИ-диагностика. Все сотрудники, ветераны предприятия, а это свыше 3000 человек, ежегодно проходят медосмотр. Для тех, кто задействован на основном производстве, в электролизном цехе на литейном производстве, обязателен предсменный осмотр. Такое пристальное внимание к здоровью сотрудников уже дало свои результаты. Так, если еще 10 лет назад выявлялось до 120 случаев получения профессиональных заболеваний в год, то сейчас таких случаев всего 9. И цель компании – свести данный показатель к минимуму. Работник, приходя на медицинский осмотр, мы уже знаем его профессию, его вредные факторы, то есть смотрим его очень прицельно. Предприятие участвует также в реабилитационных мероприятиях и очень аккуратно контролирует медицинский осмотр. То есть у нас не прошедших медосмотров вообще не бывает таких людей. Кстати, Волгоградский алюминиевый завод – одно из немногих предприятий в регионе, где удалось сохранить санаторно-профилакторное лечение работников. Ежегодно порядка 200 человек проходит оздоровление в Волжской здравнице в многопрофильном медицинском центре. Грязелечение, тест-терапия, галокамера, соляная шахта – лишь часть того, что предлагается заводчанам для лечения и профилактики профессиональных заболеваний. Наталья Стеганцева, Алексей Лунев, телекомпания «Ахтуба».